Всем привет, дорогие рукодельницы! Сегодня я не буду вам показывать никакого мастер-класса, хочу показать небольшую посылочку. Вот такая красота мне пришла сегодня. Я впервые заказала в магазинчике, который находится в Фейсбуке. Очень хороший продавец Аня Пинчук. Очень внимательно и быстро делает заказ, оформляет заказ. И доставочка получилась у меня довольно-таки быстро. Пришел мой заказик. Он совсем маленький, в конверте, вот такой оболочке, чтобы нигде ничего не повредилось. Очень хорошо упакованный заказ. Давайте начнем смотреть. Сразу замечаю, что Анечка положила небольшой подарочек. Две бесшовные резиночки и небольшой отрезочек вот такой стразовой цепочки черного цвета. Миленькая, очень красивая цепочка. Вы, наверное, многие уже знаете, что я люблю делать серединочки своими руками. И такая цепочка будет красиво смотреться на каких-то серединочках. Ну вот смотрите, у меня красная есть такая. Будет очень симпатично смотреться на какой-то серединочке. Спасибо, Анечка, большое за ваш подарочек. Ну а теперь будем смотреть мой заказик. Заказ, повторяю, небольшой, но это то, что я ждала очень давно. И искала по многим магазинчикам, нашла здесь у Анечки. Вот посмотрите, какая красота. Сейчас я вот разложу ее по цветам, если вам будет видно. Надеюсь, будет видно, так как очень-очень красивые цепочки. Я взяла разных расцветок, специально для того, чтобы делать своими руками различные красивые серединочки. Вот посмотрите, первая с красными стразиками. Вторая идет разноцветная, даже не пойму, белая, голубая, темно-синяя, очень красивая. Но камера все равно не передает такого сочетания, такого цвета. Золотистая, вот такая она идет, как хамелеончик. Затем голубенькая, тоже очень красивая. Опять же идет такая трехцветная. Хамелеончик, голубая, темно-синяя, очень-очень красивая. Так, вот такие очень красивые цепочки. Я думаю, из них получатся замечательные серединочки. Две вот такие интересные серединочки для маленьких бантиков, клубнички. Очень красивые. Они как настоящие. Такие вот две металлические филиграни. Немножечко я, конечно, не подрасчитала. У меня очень мало осталось под такие серединочки, только розовенькие. Но нужно будет еще подзаказать что-то. Очень красиво будет. На галстучки, на какие-то бантики. Очень-очень красиво получится.
Так, посмотрим теперь остальную красоту. Вот сейчас я немножечко разберу. Вот такие цветочки с различными одинаково идут оправочки вокруг них, но разные цвета. Это идет какой-то нежно-фиолетовый, красненький и синенький. Очень красивые. И цена достаточно у них приятная. Они замечательно будут украшать наши бантики. Вот такие красивые. С молочной такой жемчужинкой внутри. Это идут уже практически все идут. Это пластиковая серединочка. Они очень легенькие. И, как я уже повторяю, достаточно недорогие. Но тоже смотрится очень и очень красиво. Так, вот такие маленькие. Тоже молочная жемчужинка и золотистая такая оправа вокруг. Теперь вот такие у меня идут на бантики. Тоже золотистая оправа. Жемчужинка внутри идет молочная. С обратной стороны, правда, идут два таких выступа. Но мне кажется, они не помешают на самих бантиках. Они будут замечательно смотреться. Мне сейчас нет показать бантика, но я так уже примеряла, будет очень и очень красиво. Ну и последние серединочки, такие большие, крупненькие. Крупная жемчужинка внутри. Очень красиво смотрится. С обратной стороны она плоская. Вот такую красоту на бантике. Ну, а теперь у меня... Сейчас я распакую, чтобы не шуршать пакетиком. И будем дальше смотреть. Вот я уже разложила. Это я взяла, даже не знаю, как правильно назвать его, тканевые такие украшения, аппликации, или как назвать правильно. Вот такие красивые бабочки. Я взяла их 4 цвета. Красная, синяя, такая фиолетовая нежненькая и серебристая. Они очень красиво смотрятся. Можно сделать отдельно на заколочках, а можно добавить к какому-то бантику. Очень красиво они смотрятся, красиво переливаются. Затем взяла я еще маленькие бантички. Вот такие малюсенькие, но тоже очень интересные, симпатичные. Вот такие маленькие бантички, бабочки. Тоже будет очень интересно дополнять какой-то бантик, какое-то любое украшение. И
взяла немножко еще корон. Золотистые и серебряные. Вот такие красивые коронки. Ну, это уже весь мой обзорчик, вся моя покупочка. Я очень-очень довольна этой покупочкой. Всем рекомендую этот магазинчик. Продавец очень хороший. Если нужно, советует какой товар, предложить какой хороший. Поэтому заказывайте, заходите. Ссылочку я оставлю в описании под видео. Ну а если вам понравился мой обзорчик небольшой, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Вы увидите еще очень много интересных, полезных мастер-классов. Не забывайте нажимать на колокольчик. Вы будете тогда первым получать уведомления о моих новых видео. Ну а на сегодня всем пока!